Так, ребята, всем привет. С вами я, Бенди Френд. И тут! Сейчас вам скажу, во сколько, если точно быть. Ага, точно. А, в 23:34. Вторая ночь вышла! Мне не верится. Так, чё тут? Мозг. Капец. Охере... О, воркер. Блади джоб. Капец, прикольно. Все. Охереть. Охереть. Ну погнали. Блин, так интересно. Вторая ночь. Так. Я не буду скипать. Итак, это после нашего дня. Когда мы с вами забаррикадировались и пережили ночь, как я понял. Прикольно. Опа, чё за листик? Чё? Нам пришло какое-то письмо, и мы попали на локацию завод. Время 4 часа. Нахрена нас на завод отправили? Или мы сами отправились? О! This is an automated message. We would like to extend a welcome to you for joining the night shift. We understand that this may be an extent. Да зачем? Чё это? Delivery, так, смотрим. Чини, если у тебя мало денег. Ну какая-то презентим панель. Чини, если мало денег. Дальше order for your shift. Короче, заказывать вещи тут можно. Третья дрон. Great delivery at the entrance. Да, это доставка. Свет. Генератор. Охренеть, мы на работу пошли? А ничего, тут что мусор сейчас, ребят, вы чё, ёбнутые? Give a full. Так, дайте дочитать. Ага. Радио. Дыра. Будь от них подальше, радио, используй радио, чтобы... Короче, радио использовать, чтобы их всех отвлекать. Если ты боишься, используй ультрафиолет, не смотри. Ага, ну вот эту хрень черт нельзя встретить, из нее будут вылезать. И также используй ультрафиолет зачем-то. Примерно понял. Так, приготовиться к нашей шифте. У меня что есть? Ультрафиолет? Что я могу тут взять? Давайте ультрафиолет. Delivering статус. Power storage. Ага. Давайте на storage пойдем. Я, наверное, сегодня же видео выпущу без монтажа, скорее всего. Так. А ну отдай. I should never accepting. И никогда не следовало принимать эту работу. Ага. Ага. О, тут шкафчики есть. 6 вечера, ну 12 начала. Так. Где он фонарик взял?
Капец! То есть теперь мы еще дышать не можем нормально. То есть нам иногда надо будет удерживать кислород. Нихера себе. Ага. Они еще тут ФНАФ организовали. Чё тут? Тут какая-то штука. Ага, аптечка. Опа, там у нас что-то сломано. Ага, это выход. Капец. Блин, ну слушайте. Тут я уверен, тут настолько огромная карта, тут только коопом надо будет играть. Все, нашел фонарик. Капец, ребята, так круто! Я в ахуе, если честно. Провести дневное время. Так. Надо бы мне локацию поисследовать. Вот я к энергии не ходил. Вот у нас там что-то сломано. Вот энергия, всегда нам надо приносить бочки, ага. То есть у нас по шагу, везде по рабочим тут есть всякие такие энергичные кубики. Нам надо их класть, чтобы все это делать. Блин! Серьёзно? Сейчас сколько? Сейчас почти 12. Блядь. Блядь, ну нахер, я закрою дверь. Мне стрёмно. Так, теперь мы должны выжить. Так, если что, я подачу шкаф. Тут есть что, два шкафа. Мне стрёмно! Блядь! Сука! Чё он такой стрёмный? Что это? Это... Я очень стрёмно! Сука! Что делать? Вы видели? А это чё такое страшное? Его надо светом тут пугать. Вот он. Так, я понял примерно, как играть. Угу. У меня такой же фонарик почти закончился. Так, если что, его надо пугать. Здесь ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Чувак, иди другое проверяем, мы сейчас так сдохнуть сможем. Еще главное, чтобы у нас какой-то жопа не появился. Он сверху. Так, я закрываюсь. Блять.
Нашел. Ретрай. Капец. То есть теперь мы должны, получается, работать. И в это время еще... Капец. Он еще сверху вылазит. Чтобы вы понимали, он еще сверху вылазит. Капец. This is an automated message. We would like to extend a welcome to you for joining the... Все. Так, что здесь? Доставка. Фикси их для денег. Надо вот это чинить для денег. Можно покупать разные эти. Доставка, она снаружи. Смотри, чтобы у тебя был полный этот энергос. Иначе ты не сможешь пугать монстров. Так, дальше. Keep the best away. Используй радио, чтобы вот этих вот дебилов убрать. И, короче, если он там появляется, его надо радио пугать. Иди на вышку, чтобы чинить сигнал, если что. Если боишься ультрафиолетового, если испуган ультрафиолетового, не смотри. Короче, иногда есть еще черные капли, они появляются. Надо на них ультрафиолетом смотреть, если боишься. Или не смотреть на них. Почему, непонятно? Но все же. Да уж, за пиздец, ребят. Может, это реально пиздец. Этот ноет. Я пойду заполню. Ну тут видели, тут сразу персонаж уже доступен, так что... Капец, ребята, это просто пиздец. Я реально вам. Так, давайте наружу выйдем. Тут еще хилка есть, оказывается. Ну а для... это, видимо, для... если... чтобы чинить. Тут же кучу раз придется чинить. Вышку. Вот. Ты можешь чувствовать электричество в воздухе. Ой, давайте без грозы. Я понял, здесь еще гроза. То есть тут еще... тут еще гроза в тебя может ударить. Дебил. Зачем ты доставку заказал? Тут и фиолетского или что? Вот, жилет надо было взять. Thunder hit в радио тауэр. Блин, надо ее чинить. Надо ее чинить, как я понял. Так, ребята, через 6 часов будет начало. Мне еще по Блоксфруту монтировать. Я еще завтра буду монтировать видео. Так. А это чтобы лазерка, чтобы движение замечать. На себе. То есть она орёт. Это как сигналка, считайте. Так, я выйду пока что. Ее починили, отлично. Капец, вот нахрена вы двери открываете? Монстр же будет заходить потом. Так, ну вот здесь вот два шкафа. Это для нас с Артёмом, потом к нам вместе будем играть. Скипайте, ребят. Вы там хрен пойми что заказали? Clear landing area. Ага, надо почистить. Хрень, где это... куда дрон будет прилетать. Так, ну я, правда, не в курсе, сейчас прочитаю. А то я пока не очень понял, если честно, ребят. И здесь еще деньги зарабатывать можно.
Так, что там? Доставка. Около входа. Все, нам плюс деньги дали, да? Так, теперь чекаем. Вот давайте без радиостанции. Не надо радиостанцию херачить, пожалуйста. Ее захерачили, вот, бля. Ребята, на пиздец. Пока его монстра нету. И нам пиздец. Да? Вы дауны, ребят? Понятно. 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 Вот это реально стрёмно. Это страшнее намного. Он вырвался наружу. Твою же ж мать. Откуда он вылез? Он в какого-то карнажа превратился. Да. Пиздец. Вот это реально уже клёво. Чё с тобой? Он сидит около Генчика, молится, чтобы его не поймали. Блять, ребята, это такой пипец. Я еще, возможно, в самом видео запишу по прохождению этой ночи, но... Блять, это такой трэш, ну чё я пока понял. Тут прям, мне кажется, соло это почти невозможно пройти, но это очень сложно. Ну вот правда, мне есть вопрос. Чё мы забыли на работе? Как бы тут монстр, или всем пофиг, то что монстр вокруг, то что он всех сожрать может, убить может. Да не, давайте мы отправим работряк на работу, идите работайте. И ночью тем более. Ну реально. Хотя, ладно. Сюжет хороший, но единственное непонятно, что они забыли на этой фабрике. Пиздец себе. У него вообще еще такой криповый крик, слушай, но он реально криповый. Ему бы еще бы красные глаза. Да уж, ребята, я сейчас ближе посмотрю, я еще, наверное, спать пойду, потому что уже поздно. То есть первая глава, вот видите, дом, вторая глава. Бам! Идут факторы сразу. Капец, это самый профессионал, кстати. А, это чтобы мишку возвращаться. Так, здесь что? X2 тиксы и все, вроде что полезного. Здесь. Это я как-то получил. Это я тоже получил. За победы. Следующая у меня за победы корона, это вот эта вот. Золотая. Что ж, все вещи здесь тоже все получено у меня. Здесь. Не получено вот это, не получено вот это, не получено вот это. Вот. Мозг. Power Saver. Ага. Это, короче, надо это, бейджик за то, что ты спас энергию, там, не знаю, мало осталось такого времени ночи. Lucky Delivery, Dice Head. Lucky Delivery? В смысле? Это, там, наверное, с каким-то шансом что-то падает, поэтому такое дает, нет? Fedora. Найди Employee of the Month, бейдж. Employee of the Month. Это сотрудник месяца? Lightning Rod. Thunderstack. А, это надо, чтобы тебе током ударило, как я понял. Шоппинг спри. Этот, как его... Магазин и спрей. Close call, близкий звонок.
Джаггернаут, это Джаггернаут, Нурсхед. Это, видимо, там надо что-то с ним сделать. Шаттер Глассес. Не сегодня. Thinking Cap. Missing Put. Wilder Max Fixing Master. Fixing Master, это, наверное, за то, что, ну, вот там вот деньги зарабатываешь, ты там пару раз, там, не знаю, пять раз должен делать и что-то такое. Кровавая ночь это еще есть! Ребята, вы понимаете, какой это пиздец? И, наверное, как раз кровавую ночь дается. Да! Кровавая работа. Воркер. Блин, я теперь даже не знаю, что сложнее. Крампус или вот это вот? Капец. Тут вообще написано, пропал отчет. Тут пропавший человек везде. Но это либо это разные. Да уж, ребята. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я сейчас в полном шоке сижу немного. Еще вот чел пошел. У него 50 побед. Да уж, я в шоке. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в следующем. Я, возможно, следующий сайт вам запишу. Надеюсь, оно вам очень зашло. И, ребят, это полный пиздец, мягко говоря. Да уж, я кадры вырежу, короче, все придумал, все хорошо сделал. Ладно, я тогда спать пойду, что уже почти 12. И, ребят, да, завтра буду играть. Капец. А, да, чуть не забыл. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Я постараюсь сделать все в наилучшем образе, чтобы вам понравилось смотреть. И был бы неприятно, если бы меня поддержали. Не настаивал, но хотел, чтобы актив увеличить и все такое. Вот. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Те, кто смотрит это тоже ночью, спокойной ночи. Тем, кто не смотрит это ночью, не знаю... Не идите спать! Так что, всем пока, ребят. Пока.